Zaman Darnal Kırgın Ağa Gördüğüm Bakan Çempiyon. Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։ Ես Ֆերդինանդ Կարապետյան եմ, ծնվել եմ 1992 թվականին, դեկտեմբերի 19-ին, ջուդոյով զբաղվել եմ 9 տարեկանից, Ֆերդինանդ Կարապետյան, ոչին դոբրի սպորտսմեն, նո նակավրե ոչին ագրեսիվնի, ոչին սիլնի, չիչուտ տակ պասկրոմնիչիվ, դա, ուվերենի, ի храбрый. Որպես մարդ շատ բարի, սրտանց կամեցող, յումորով ու տենց. Վլադիկավկազում, որդե ես ապրում էի, իմ մեր տան կողքը ապրում էր ալիմպիսկի պրիզոր, ու տենց ստացվավ, որ 2000 թվին, որ տնեցիքով նայում ենք իրա բարբեն, օլիմպիական խաղերունք, իմ դուրը շատ եկավ այդ սպորտը, ես մամային ասեցի, ես էլ եմ ուզում զբաղվեմ այդ սպորտով, ու տենց ստացվավ, որ սեկցը ջուդոյ մեր տան կողքն էր, ու սկսի դեից արդեն զբաղվել ջուդո Եվրոպայից հետո, որ տրեցի, իմ կյանքում փոխվեց, շատ ծանոտներ ունեցա, ու վերինի դպուսիմ ստավ, նու նասարինովան էր, դա ուժե կդա ստի տուլան թե վխոդիշ բրոց, այդ ուժե չչի դրուգոյ է, ի Իմ համար ես հասկացա, որ գոնե մինիմում իմ սպորտի մեջը ես արդեն արել եմ, մնացելա արդեն մինչը մակսիմումը հասնել։ Ուստավ բոլ է ուզնավայում, նոգի ուզնայութ, նոգի պրիխոյութ վատեգրաֆիրույցը, նո, կակ բույ պրիատնեղ մամենտավ, конечно же, кто рядом, кто верит. Надеюсь, я вас не подведу. Когда я что-то выигрываю, я понимаю, это не только моя победа. Если болорис ахтанакна, воровитев, у меня есть очень много фанатов, так скажем, да, которые пишут, поддерживают. Я понимаю, как они переживают. Вот, ну, они вот, ну, очень много людей, которые переживают и поддерживают меня. И я всегда, когда выхожу на ковер, я с одной мыслью, чтобы не подвести их, да, выйти и обрадовать свой народ, своих поклонников, родителей, свою семью. И поэтому я стремлюсь к этим, чтобы обрадовать всех вот тех людей, которые окружают, которые любят, которые верят и до сегодняшнего дня поддерживают меня. Спасибо им большое за это. 19-й год. Для меня был чуть-чуть таким плохим годом, можно так сказать, потому что у меня были много травм, потом мы не выступали там по каким-то причинам. В 2020 году мы начали хорошо год, в Тель-Авиве вышел финал, но сломал палец очень сильно и снялся соревнований, и, можно сказать, тоже много соревнований пропустил. И у меня вот, ну, после Европы какие-то неудачи были. Постоянно травмейкинг, то все, и поэтому много трудностей в жизни было, очень много трудностей. Вот эти вот, и преодолевая вот эти все травмы, вот эти все преграды, только я думаю, вот
потом, когда ты начинаешь выигрывать, вот этот вот вкус вот этой победы ты начинаешь уже по-настоящему чувствовать. Конечно, любой проигрыш, он дает тебе какой-то урок. Из этих проигрышев ты извлекаешь себе тоже урок, и ты работаешь над своими ошибками, чтобы в следующий раз, допустим, не допустить эти ошибки. И поэтому, конечно, мотивирует тоже. Без поражений не бывает никогда побед. Поэтому нельзя думать о поражении. Они бывают, приходят и уходят, но надо всегда думать вперед. Для меня это большая мечта была. Мечта с детства. Сах кянкас и разалем вож. Хаснем эт уровнин. Ев маснакцем олимпийский хаверюн. Еразас катарвец. Я прошел очень долгий и очень такой жесткий путь, очень серьезный такой путь. И благодаря Богу я завоевал лицензию на Олимпийские игры. Я 100% уверен был, что я завоюю эту лицензию. Даже после Казани, уже там после Большого шлема, мы с тренером, главным тренером сборной Ванессом Давтяном, мы посчитали очки и уже вроде бы так, ну, спокойны были, то что, слава Богу, мы набрали те очки, которые нам не хватали. Поэтому вот сейчас мы готовимся к Олимпийским. В истории дзюдо еще нету олимпийских призеров, олимпийской медали еще нету в истории дзюдо Армении именно. Поэтому я хочу сделать так, чтобы у нас все-таки была это. Я знаю свои силы. Я один из лучших спортсменов мира, и поэтому я боролся со всеми лидерами в этой весовой категории. Поэтому Вахенали Вошибанчика, Сагасель, можно сказать, на одном уровне. Так что это ов подраст клины психологически, я думаю, кто лучше подготовлен будет, это Кари. И сейчас я делаю все возможное, чтобы забрать уже свою медаль, которая там пока что в Токио лежит. Я к этому прям вот, ну, очень серьезно готовлюсь. Перед Олимпийскими играми у нас каждые 2 недели старты были. Это весогонка, сборы, соревнования. И поэтому весь этот процесс я знаю наизусть. И выходя на татами, это вот, ну, там есть маленькие волнения, переживания. И эти все эмоции я знаю. Но я еще ни разу не был на Олимпийских играх, но эти эмоции я почувствую тоже обязательно. Но для меня это, скорее всего, будет такой же обычный турнир. Надо к этому так отнестись, потому что это просто турнир, надо просто хорошо выступить, чтобы доказать всем, что мы, армяне, сильные. Когда ты выходишь на ковер, я думаю, ты забываешь обо всем. Афинаменичис моранумес. Только на этом ковре ты и твой соперник. К большому сожалению, да, в данное время только я один ведущий спортсмен по дзюдо в Армении. Конечно, хотелось бы, чтобы нас было очень много. Чтобы не я один выступал, да, постоянно на соревнования один ездил, представлял Армению, а у нас чтобы была большая команда. Но я надеюсь, и что в ближайшем будущем у нас уже будет команда, которая уже на Олимпийских играх в Париже уже будет чуть-чуть побольше, чем сейчас участников. Потому что у нас, ну, понимаете как, дзюдо это вообще очень такой, как сказать, конкурентный вид спорта. Очень много дзюдоистов по всему миру тренируются и борются, поэтому один лучше другого. Ну, у нас конкуренция очень, ну, прям вот бешеная. Но надеюсь, что к следующему Олимпийским играм у нас будет больше. Да, а я стану это именно, это Сирта, это Аруна, это Амбенинча. А я в Русастану Мэй, да, а, Русастан, Батворекелей. Хаястан, вот кажу мес, это мики чуриши эмоции, она да, вот кажу говорит, тез шнуравурумен, кокохкитен, ну это вообще другое, я вам менять это все по-другому. Это мое, это я дома, да, получается в России ты в гостях, а в Армении ты дома.
И когда ты дома выигрываешь, это миллион раз приятнее выигрывать, чем где-то за какую-то другую страну, конечно. Золотой медаль. На каждое соревнование, куда бы я ни ездил, я еду только за золотом. Но бывает второе, третье место, это только утешительный приз, так сказать, который, ну, чуть-чуть так приятно бывает. Но золото – это другое, чемпион – это другое. Но я заряжен конкретно. Я хочу вот прям поехать с Божьей помощью, чтобы вот все получилось, поехать и привести долгожданную медаль нашей стране, которую мы столько ждем, чтобы все мы обрадовались наконец-таки. Հայկի օլիմպիական չեմպիոն։ Կարևորը այն նպատակն է, որի համար գնում ես։ Պարտավոր եք մեր երկրի պատիվը բարձր պահել։